Всем привет! Пролистывая интернет, я довольно часто нарываюсь на каких-то там, мягко говоря, людей, которые пропагандируют фитнес лица. Фитнес – это тренировка. Тренируются мышцы. Но лицо, оно постоянно находится в движении. Только когда вы спите, и то во время сна даже, мимика работает. Проблемы на лице. Они возникают с возрастом, раньше или поздно, на фоне проблем с гормоном, проблемы с кожей, глубокой фасции лица с массом, там нет мышц. Рассуждая логически, вот эти движения все, да, которые вам показывают вот эти долбанные блогеры, они вас вводят в заблуждение. Да вы хоть сколько кривляетесь, если у вас сползло лицо, оно не поднимется. Здесь или мощная косметология, или пластическая хирургия. Смотрите, кто вам это говорит, или кто это написал. Вот если там написано что-то, и подпись «Профессор Блохин», я дорожу своим именем, и никогда лажи я не напишу, не скажу. А когда какой-то долбанный блогер, недоучка, с тремя классами образования, начинает учить аудиторию зарабатывать деньги, а сам нищеброд, делать фитнес лица, у самого морда висит. Не надо этому верить, не надо это повторять. Там ужасные вещи пишут. Пейте перекись, пейте соду, там профилактика рака и всего остального. Господа, будьте разумными людьми.